Александр Блок «В углу дивана», читает Павел Беседин. Но в камине-то звенели угольки, за окошком догорели огоньки, и на южном море тонут корабли, и над южным морем стонут журавли. Верь лишь мне, ночное сердце, я поэт, я какие хочешь сказки расскажу, и какие хочешь маски приведу, и пройдут любые тени при огне странных очерки видений на стене, и любой колени склонит пред тобой, и любой цветок уронит голубой. 9 января 1907 года.